сегодняшнем видео мы расскажем о новой модели электрического шнекового маслопресса ОП-600М. Он построен на базе широкоизвестной модели ОП-600, но уже есть некоторые изменения. В частности, здесь уже предусмотрен термостат, который позволяет задавать температуру в пределах от 20 до 400 градусов. Главным преимуществом этого термостата является то, что разные культуры могут отжиматься на разных температурах. Соответственно, в этой модели все культуры отжимались либо без подогрева, либо с одной температурой, которая составляет 210 градусов подогрева. Также изменена немного форма маслоотжимной корзины и нагревателя. Если в старой модели он представляет собой вот такую вот накладку полусферическую, то в новой модели уже идет кольцевой обогреватель с термопарой, который обеспечивает за счет кольцеобразной формы равномерный прогрев зоны отжима, и соответственно сигнал с термопары подается на терморегулятор. Сегодня мы попробуем отжать лен на этой модели и посмотрим, что из этого получится. При отжиме с подогревом необходимо после включения термостата выждать примерно 10 минут. Это нужно для того, чтобы шнек и маслоотжимная корзина равномерно прогрелась. Включаем маслопресс и первые порции льна подаем дозированно, для того, чтобы все узлы смазались. После выхода жмыха можно уже увеличивать загрузку, засыпать полный лоток. Наблюдаем выход масла. И в процессе отжима измерим его температуру, для того, чтобы понимать, есть ли перегрев. При температуре подогрева 120 градусов имеем на выходе масло с температурой 41,7 градусов. Уменьшим немного температуру нагревателя, для того, чтобы температура масла стала ниже 40. Выждем некоторое время для того, чтобы произошло термостатирование, и потом снова измерим. Мы выставили температуру 105 градусов на термостате. И попробуем сейчас измерить температуру.
видим, температура существенно упала. 35 градусов. Он потом будет ловить вообще рядом очень. Температура 73 градуса установлена. Температура масла держится в пределах 30 градусов. Холодный отжим. Модели, не оборудованные термостатом, не позволяют подогнать такой температурный режим, чтобы масло получилось на выходе вот с такой вот температурой. После завершения отжима необходимо включить реверс для того, чтобы остатки материала немного подать назад, чтобы было легко разобрать камеру. После полного отключения необходимо очистить маслоотжимную корзину, для того, чтобы остатки этого материала там не засохли. Маслопресс должен храниться в чистом виде. Таким образом извлекается. Все очень просто.